Bad dudes banning someone now. Five seconds remaining. Radiant team ban. Dire team ban. Seconds remaining. Reserve time. The green team's banning someone now. Dire team pick. Radiant team pick. Seconds remaining. Reserve time. Visage. Radiant team pick. Mirana. Dire team pick. Итак, дорогие друзья, вечер доты продолжается, Сигма против Ликвид, 2-1 в пользу Сигмы, довольно такие были неоднозначные игры. Сейчас вот, если глянуть на пинг, то у Сигмы мы увидим очень низкий пинг, и шанс на победу у ребят, соответственно, довольно высок будет. Главное, ну, не особо фейлить, а обсудить предыдущую игру. Сейчас я быстренько наберу Майлу, и мы начнем этим. Честно говоря, вот эта реализация, говорил об этом уже Майл, что реализация была реально хорошая, я полностью с этим согласен. Ребята, два суппорта, которые
Ну, во-первых, Sigma решили отправить в хард непонятного Никс Ассасина, и из-за этого VR-ка решила пойти вместе с Фурионом. Они понимали, что Никс пойдет в хард, а два суппорта решили прийти и нежданно как-то загангать. В итоге этот ганг, казалось бы, провалился, но все равно догоняют Визажа, убивают его. VR-ка мешается на линии как-то непонятно Фуриону, который мог бы поднять быстро себе там тот же шестой левел. В итоге он даже после юзания Мидаса шестой левел себе не поднял. И плюс VR-ка могла помешать сделать ФБ на топе. В общем говоря, игра не задалась уже изначально, а вот ребятки из Sigma, по-моему, все делали четко. Саппорты ходили, гангали все, что можно. Плюс вот этот кабан Фаты, который блочил все хукшоты. Вообще ни одного хукшота я так и не увидел. И как-то вот Liquid не смогли ничего сделать. Что скажешь, Майл? Шли месяцы, и Сокс натренировал кабана, которого приручил еще во время Интернешнала. И действительно, теперь он помог. Но вообще, конечно, думаю, не знаю, согласишься ты со мной или нет, но по всем трем играм, даже учитывая первую игру, которую Sigma проиграли, очень они выглядят дисциплинированными. То есть у них есть четкий план на игру, который они стараются исполнить. Вот они должны идти пушить, они там стараются пушить. Они должны там чуть что-то дофармить, выйти попозже. Как правило, они это делают, ну, с исключением там каких-то определенных моментов. И, в принципе, это все пока что окупается. Вот особенно в третьей игре они должны были забирать ФБ, они все-таки его забрали, несмотря на то, что казалось, там этот визаж улетает. Ну и в целом провели игру просто как по нотам. Вторая игра, в принципе, тоже была такая. Первая игра тоже все делали правильно, по задумке, но чуть подкачало исполнение, и очень хорошо Team Liquid отбивались. Но вот посмотрим, что будет сейчас. Бэйна забрали себе Sigma, не знаю уж, не хотели они отдавать его Team Liquid, хотя могли просто забанить, или действительно хотели сами взять. Сейчас заодно посмотрим, насколько у них хорош Бэйн, и оправданы ли были вот эти вот баны американцев изначально. Они же банили в трех играх уже, получается, Бэйна. Только сейчас отдали. И как раз-таки, наверняка они возьмут опять какую-то агрессию, ну, потому что по-другому они не играют. И будет у нас дуэль команды, которая действует по плану, и команды, которая... у которой есть Мирана, и доля случая весьма будет велика. Забирают еще и Санкинга. Интересный пик получается. Но вот Санкинг — это такое. Всегда... большой вопрос, как он будет отыгрываться. Да, он может быть невероятно полезен, а может стать просто, ну, грубо говоря, один Бороу Страйка. Герой с одной обилкой. Потому что заюзать эпицентр, ну... мягко говоря, будет сложно. Уже, вот даже сейчас просто КМ-очка и Бэйн, у которого, у Бэйна там две обилки, которые могут сбить ульту, у КМ-ки одна. И еще и выжить нужно. Ну окей, ты начнешь кастовать, тебе в это время прилетит туча дэмэджа, и ты сразу умрешь. В общем, вот такой вот Сэндкинг не самый может стать эффективный персонаж. Но Сэндкинг, визаж Мирана, если они отправят такую триплу в хард в какой-нибудь, керри команды Sigma очень сильно пострадает. Но благо Sigma сейчас себе ничего не взяли керирующего, и могут построить линию тоже довольно сильную, дабы не просесть на фоне вот такой триплы. Что касается банов, вот они почему-то Sigma забанили Shadow Demon, и вполне вероятно, что они его хотят взять себе лайфстилера. Не знаю, почему они постоянно Shadow Demon банят, потому что с Мираной... В принципе, типа... нет, это можно объяснить. Shadow Demon очень неплохо контрит Бэйна, он может просто спрятать героя, которого ты зацепил. Может быть, по этой причине. Плюс с Санкингом он неплохо сочетается, в принципе. Но правда, он был забанен до пика Санкинга, если я правильно понимаю. Ну, в общем, такой момент. Санкинг, конечно, герой, который очень сильный. У него есть только одна, вот как у саппорта, только один минус. Ему нужны артефакты. И опять же, вспоминаются вещи гейминг, где я такого вообще никогда не видел и, надеюсь, больше не увижу ни от кого. Когда человек на саппорт Санкинге собрал фейзы,
учитывая, ну, ты прекрасно понимаешь, как сильно ему не хватает маны с фейзами вместо арканов. Потом собрал барабаны, дожил каким-то образом до даггера, и когда у него появился даггер, это был не просто Сен-Кинг с прокастом, а Сен-Кинг еще и с, ну, с очень крутым уроном, и все-таки у него есть пассивка замечательная. Но, скажем так, затягивать игру очень выгодно с таким Сен-Кингом, ну, с таким героем. Это очень сильный суппорт. Я случайно нажал на эпицентр, у меня открылся этот ютубовский ролик, и пошел звук эпицентра. Ну, это... Это да, это воля была. Потому что я говорю эпицентр, и начинается вот это вот... Закастовал. Закастовал, да. Мастер Сент-Кинг, Миран. Ну, кстати, Shadow Demon, он с Мираной очень неплохо сочетается. Отчасти, наверное, еще и из-за этого тоже забанили. Так, себе добирают Сигма Пака, и керри героя оставляют напоследок. И у Liquid есть возможность еще какого-то керри забанить. Ну, учитывая, что Liquid любит что-то похожее на Луну, может быть, они ее и забанят, потому что они любят этим персонажам сами играть. Зачастую команды банят тех героев, которых сами считают сильными. Посмотрим, что сделают Ликвиды. Кэмочку, Бэйна, ну а какие там варианты? Нужен какой-то агрессор, это вполне вероятно, что будет даже какой-то джиггернаут. Банят лайфстилера, да, вот я, кстати, говорил после того, как увидел бан Shadow Demon, что он тоже говорит о том, что вполне вероятно хотят себе Сигма взять этого героя, и инфест бомба с паком под после пика пака, наверное, у Liquid и не осталось вопросов, как-то я совсем сам сказал и сам же забыл про этого лайфстилера. После пака уже, наверное, думать нечего, нужно банить именно лайфстилера, иначе инфест-бомбы могут привести к таким печальным последствиям. Та же Мирана, например, если у нее не будет манты, а у нее рано манта точно не появится, инфест-бомбы уже можно там минуты с 12, с 13 юзать такие прям очень серьезные. Мирана явно выживать не будет, я уж не говорю про остальных. Хотят поставить пак Афат, очень сильный пак, хотят его поставить мид, судя по бану Деваурера. Пак замечательно стоит мид, если Деваурер в бане. Опять же, пик выглядит достаточно агрессивным, но, скорее всего, я думаю, мы сейчас увидим от Сигмы такую агрессивную доту. И вот как раз Фурион, который сам по себе герой не такой уж и сильный, казалось бы, в начале, но его можно использовать как бы в две стороны. С одной стороны, ты можешь идти в мида, сфармить, фармить, фармить и быть таким очень мобильным сплитпушером, а есть и другая сторона монеты. Ты можешь просто использовать свой телепорт, чтобы помогать в начале игры. Ну и как бы герой, который наносит там свои 50 урона в начале, и имеет там 500 хп, лишним в ганге не бывает. Ну и вот посмотрим, скорее всего, на этот вариант от Сигмы, потому что по-другому, опять же, они не играют. У этой команды четкая модель игры, в которой не подразумевает какого-то сидения и фарма очень долгого, как, ну, как цель, скажем так. То есть, да, они могут затягивать игры, но не потому, что у них такая была цель, а потому, что это требует игровая ситуация. Ну и у Ликвидов пик, ух. Это уже заявочка на очень интересную игру. Хорош, Кентавр. Вот, кстати, Кентавра же одно время пикали, очень часто пикали, потом что-то как-то он прям совсем выбыл из горизонта. Ну, не знаю, с чего вдруг, вроде не слабый герой. Его прокаст 400 дамага вторая и первая там 250, и почти на 3 секунды стан ауешный. Плюс у него есть как бы возможность, то есть если взять, например, какого-нибудь шейкера Сент-Кинга, этим ребятам нужен какой-то даггер, да? А этому не надо ничего, он подрубает ульту, вся команда становится дико быстрой, всех замедляет и, блин, реально хороший герой. Не могу сказать, что это какая-то имба, но чтобы его вообще не пикали, причин не вижу. То есть вот решили Сигма все-таки завязать этого героя. Посмотрим, как реализуют. Я уже начинаю топить за Сигму. Последний раз они против Нави играли вот как раз-таки этим пиком. Не этим пиком, точнее, а с Кентавром. Там как раз-таки очень много микромоментов проиграли, но, в принципе, действительно, Кентавр стоял на легкой линии, фармил, и был очень-очень сильным самим по себе. Если они опять сыграют по такой же схеме, то есть какой-то экшен будет наводить Мигель, Факин Мэтт, Пас и Фат, а Кентавр будет просто фармить, ну, может он нафармить очень неплохие арты.
Конечно, безусловно, этот кентавр там с быстрым радиансом просто потрясает воображение, ну, потому что чем хорош радианс, он позволяет кентавру, даже когда он бегает за кем-то в драке, все равно наносить урон. А как ни крути, у кентавра ульта длится очень мало, он добегает до цели, дает один прокаст и все, и больше никого догнать ты не может. Ну, потому что все от него бегут сразу, не бежит на кентавра. Ну и вот он бегает, бегает, бегает. Это неприятно, когда в пике есть Мирана, Дум быстрый, Визаж, Сен Кинг тот же, у которого тоже есть такой вот станчик, который может чуть в сторону убежать. Поэтому здесь как раз-таки может быть и Радианс. Ну, об этом пока рано думать, потому что Радианс — это больше ситуационная вещь на кентавре, которую ты зафармишь только если все очень хорошо. Но предпосылки есть и вполне неплохие. Ну и вот опять же, вот эти вот отличия команд, вот опять у ликвидов такой пик, что, ну вот, нужна им какая-то фора. Вот если у них все получится в начале, то да, у них будет сильный пик с Думом, Мираной, Бестом, Сенкингом, все герои сильные, все герои замечательные. Но где-то изначальный фарм нужно брать, потому что и Дум без армора такой кусочек, и Сенкинг без артов очень плох. А у Сигмы такого, в принципе, нет. У них есть БНЦМ, которые сразу могут идти куда-то развлекаться. У них есть Профит, который вот уже Мигель купил себе сапог и готов уже порабощать, бежать. Какой же классный сет на фуру, я что-то тут вспомнил. С этими грибами. Ты видел? У него эта грибная шапка, как в Супер Марио. Просто зеленый гриб, какие-то пеньки. Смотрится действительно органично. Да, прикольно. Ну, тапок на фуре. Странная такая штука. Ну, это вот чтобы... Ну, потому что он сейчас побежит, он быстрые фейзы себе сделает и будет бегать, гангать, развлекаться. Посмотрим. Ну, иначе действительно это бессмысленно. Факин мэт заблочил крипов. Но опять койк очень хорошо блочит. Здесь, в принципе, это не так сложно. Крипы бегут очень медленно. Так, а где ЦМ-ка? Тумбрингер в харде. Прям именно настоящий в харде. Ну, наверное, он все-таки сейчас свалит в лес. Ну, да. Я не знаю, что там изначально было в голове у Койквы. Потому что, когда он шел на линию, наверное, может, он думал, что там будет какой-то соло-фура. А триплу с кентавром, Бейном и КМ-очкой отправят в хард. Да, наверное, он думал, что стоять ему придется против фуры. 100% так и есть. И в итоге, поэтому вот так вот двинулся он наверх, потерял достаточно много времени, ну, не критично, конечно, просто мог бы уже там иметь побольше экспы и золота. Ладно, не страшно. Не рассчитывали. Еле сбили Кларити. Смотришь, что делает Мигель? Он уже прохарасил очень больно. Он сейчас купит фейзы, очень будет больно харасить на линии с своими пеньками, с стычками. Ему главное только не встрять. Потому что если его пойдут Визаж, Сен Кинг и Мирана гангать, и одна ошибка — это и в таверне. Посмотрим, да. Что тут. Ну, аура ЦМ-ки очень хороша, конечно, для этого фуры, который потратил свое единственное кларити, не пойми куда. Но вот из CC он уже выбил фласку. Ну, правда, фласку выбили скорее собственные саппорты, тем, что пошли пулить. Плюс выбил тангусик. Из Сенкинга там пару танга выбил. И в итоге сейчас деньги-то. Еще и руну очень хорошо законтролил, ДДшка появилась, Бейн подходит, не дает Бульбе здесь. Да, Бейн вот подошел, и все, и Бульба сейчас никаким образом не заберет эту руну. Хорошая игра, опять же, позиционная. То есть в микромоментах даже видно, как ликвиды зачастую действуют лучше. Но вот эта вся позиционка, стратегия, она очень сильная у Сигмы. Полил такой, точнее, пошел, законтролил Сокс лес, вот здесь вот в этом месте. Вдруг там сидит какой-нибудь Думбрингер, но убедился, что там никого нет. Ну, ой-ой-ой, ФП, снизу. Да, там снизу, да. ФП. Ну, вышел Сен Кинг, в спину копнул, очень хорошо, стрела Мирана. Подцепили. Тяжело как-то Мигелю предъявить это все. Ну да, но вот он тапок себе взял как раз таки для того, чтобы быть помобильней и в случае чего не умереть. Я уже привык к тому, что ферстблады делают там как-то поздновато, киллы идут, и тут что-то даже проворонил этот фраг. Что делает факин мэт? Это просто... Ох, ой-ой-ой, Бульба. Но он выносит... Не, ну убить вряд ли получится, слишком уж бестмастер плотный. Хотя, слушай, там же дабл дэмэдж. Да, да, вот. Могли убить, могли. Я не обратил внимания сразу, а у Бульбы еще щитка нет.
То тем более. Ну, 5 армора, он тоже всё, такой выпил персонаж очень плотный. Любой другой мидер бы, наверное, отъехал. Самое главное, что никто не трогает паса, никто не трогает абсолютно Сокса. Они просто на фрифарме. И, грубо говоря, Сигмы играют втроем. То есть один герой сдерживает Бестмастера, Пак абсолютно спокойно фармит, даже вдвоем, можно сказать. Потому что играет Бэйн, который держит Бестмастера в стороне, и Мигель, который пытается как-то получить фарм. Все, все остальные герои на фрифарме. Пак на фрифарме пас и на фрифарме Сокс. Ну, как бы каждый на своем, но смысл именно в этом. В том, что они занимаются тем, чем хотят. Это неприятно, когда вот так вот ты, твоего соло-мидера обижают, а ты даже ничем помочь не можешь. И Койкви нужно фармить, опять же, от него толку никакого. И Сенкинг, посмотри, его просто запинывают пеньки, еще и контроль этого местоположения. Пошел гангать, а не особо как-то получится это реализовать. Кентавр вообще герой, которому вот как раз-таки начальный буст нужен. Его, наверное, отчасти так редко пикают, потому что это герой, который, ну, он как бы не керри, в затяжной игре не особо силен. И брать там его для того, чтобы он там на изилайне фармил, довольно рисковая штука. Если игра вдруг пойдет под откос, то до добра этот кентавр не доведет. Но вот у него уже 6-й левел сейчас будет. У него 1000 голды, купил себе Транквил Бутсы, очень быстрый. Мана у него 338 маны на данный момент имеется. Купит какой-то Magic Wand, все, мана практически бесконечная. Потому что первая стоит всего 100, вторая ничего не стоит. Ультимейт 80, и ульта там имеет кулдаун 2 минуты. То есть по факту он в основном будет ману тратить только на первую. На 3 стомпа ему хватит. Ну и еще один такой момент, вот просто посмотри на крипстаты. Мирана, вот профит вроде бы стоит, да, он слил ФБ, но какой крипстат у Мираны? Он в два раза меньше, чем у Думы, из-за того, что профит все время шатает эту линию, мешает ей. Им еще мешает саппортом. У саппортов, у визажа хилов нету, у Way to Sexy хилов нету, а пеньки их уже грызут. И что делать в такой ситуации? С линии уходить? Как-то очень жирно профиту, который одним пенечком прогоняет визажа с линии. Просто посмотри на это. Но очень вот, грамотное использование линию, всего. Линию, не рассчитывали они на такую линию. Прогадали с лайнами ликвиды и как-то, наверное, может быть, даже не настроены были изначально, что им придется стоять против Фуриона. Потому что реально Дум шел в топ в надежде, что увидит там Фуру и будет стоять с ним один на один, а все оказалось совсем по-другому. Все, визаж полетел на базу. Замечательно. Да, со скроллом, тапочек. Ну, благо, тапочек хотя бы есть, то есть бежать он будет не так уж и долго. И на Мирану вышли, и тем временем Сенкинг ждет на миде возможности напасть, а на Мирану выходят. И Мирана... Мирана дотянется слипом, дотягивается слипом. Сенкинг уже там здесь. Там третьего левела, но зацепить не удалось. Сенкинг с собственной жизнью пытался там как-то помочь, но ничего не вышло в итоге. Опа, и умер просто. О, как же Сигма по-царски отыгрывают, а это еще пока без кентавра. Ну, как без кентавра? Ух, тут он потратил, и это очень сильно зарешало. Все потому что, опять же, план. Вот ликвиды не знали, что, куда делать. Мидас? Выйти... Лол. Я думал, кентавр фаст даггер будет делать, а он мидас себе купил. Кальный случай, когда Сигму покупает мидас. Но, в принципе, вот в этой ситуации нормально для кентавра на фрифарме. Он сейчас купит мидас и очень далеко летит. А нафига вообще тогда транквилы было делать, вопрос? Транквил больше всего ему в спид дают. Больше... Ну да, нафига их делать? Просто купил себе мидас, а уж потом там делай себе транквилы. Это да, резонный вопрос. Ну, купил транквилы, в общем-то, теперь у него появляется мидас, посмотрим. С другой стороны, как бы... Да, какой-то другой артефакт сейчас мог бы вообще очень сильным этого кентавра сделать прямо здесь и сейчас. Так да, сейчас же меда стоит 2050 голды, то есть считай буквально 100 голды сверху, и у него мог бы быть даггер, и тогда этот кентавр был бы, ну, просто прыжок с даггера, две кнопки, давай до свидания, любой. Ну, опять же, чем выше левел у кентавра, тем больше у него хп. У него там за один левел почти 4 силы дают. Это реально очень толстый герой, если будет он, ну, левела 15 хотя бы, у него будет там хп хреново туча. Плюс какие-то айтемы. По факту... Кто решил купить себе быстрый даггер, так это Фат. У него уже есть даггер. Он без ПТшки, без вандов, но зато с даггером. И плюс такой буст они получили за счет вышки. Вообще на нетворд смотреть очень страшно, потому что у кентавра 4000, у Пака почти 4000. Да, сурово. Да, и третью строчку держит Мигель, хардлайнер Фура против триплы.
Что-то прям ликвиды совсем не могут совладать с Сигмой. Сильная вот эта вот игра по плану. Правда, я смотрю, в этой игре все-таки будут у нас массовые мидасы, потому что для фуры, для кентавра, они не выбиваются как бы пока что из чего-то такого стандартного. То есть это не мидас на ЦМ-ке. Но тем не менее, кентавр ультует снизу. Шикарно. Мирана. Герой, который имеет эскейп-абилку, даже не может ее заюзать, потому что вот прыжок с даггера, рифт макшеный. Кстати, очень грамотно именно промаксил рифт, дум повесили на Мигеле. Динай, фата, ай-яй-яй, какой царюга. Пас. Сейчас Кристал Нова откатит, Кристал Нова, фраг, и Койква отсюда тоже не уйдет. Ну, по-моему, кто-то скоро ГГ напишет. Они уже, мне кажется, прям хотят это ГГ написать. Им уже эта игра совсем не нравится. Ну, сервер тоже как бы такой не особо приятный. Просто фантастическое исполнение, все сделали идеально, даже вот этот единственный фраг заденайли своего героя игроки команды Сигма. И снизу, я так понял, кентавра юзал ульт не для того, чтобы пак как-то побыстрее подлетел, а чтобы урон дополнительный просто нанести по Миране. Там небольшой он все-таки, но какой есть. Да, да. Да, ну, в общем, шикарная игра от Сигмы. И вот здесь мы видим, как вот этот их план на игру вместе с отличным на этот раз исполнением. И как же тяжело теперь ликвидам. Они просто, ну, ничего не могут сделать. Сейчас еще и Бейн получит шестой. А тем временем кентавр купил худ. Такой вот отличный итем для него, дополнительный реген. За 10 минут худ, мидас и транквилы. Обалдеть можно. За 10 минут. Но это дикость. Если глянуть на NetWars, на графике имеется в виду 7000 примерно где-то, наверное. Не, 7, наверное, еще нет, 6,5 где-то. А по XP 5, чуть больше. Ну, солидное, очень солидное преимущество. Там подавляющий контроль игры для Сигмы. То есть у них вот эти вот мобильные герои. Самим ликвидам напасть очень тяжело, в то время как Сигма вот просто что делают. За очень секунду разорвались от Кинга, даже не почувствовали его. Бестмастер подходит, кричит на Факен Мэда, сбивает ульту, и Мирана в итоге выживает. А вот Факен Мэд отъехал. Бульба под колбочкой. Ну вот и кентавр юзает ультимейт. Дум повесили на фату. У него там один фраг, 5 ассистов. Стрик не такой большой, но умирать нельзя. 9-й левел. Пытались его задинать, ничего не вышло. Топорами. Кэмочка минус. Ароу залетает на факин меда. Это тоже минус. Троих теряют. Обалдеть. Вот тебе и ликвид. Решили, ребята. Но это отчасти ошибка. Грубая ошибка от кентавра. Почему он не сделал ТП и не рассказал этим ребятам, кто тут главный? Конечно, конечно, они могли выиграть эту драку, но в итоге дрались в меньшинстве. Более того, там чуть увлеклись просто после убийства Санкинга изначального. Нужно было просто уходить, пожадничали, захотели еще убить Мирану. Но в принципе, опять же, ничего страшного не произошло. Все равно, несмотря на этот размер, там кто-то байбекался. По-моему, это был как раз-таки... Бейн байбекнулся даже так. Мне показалось, что из ликвидов кто-то байбекнулся. Ну да, тогда действительно неприятный размен. Очень неприятно. И сейчас вот Сигма действовали так, как будто они проигрывают. И типа, пойдем-ка мы за сплитпушем их, потому что драться мы с ними не можем. Да. Вот зачем они это делали? Кентавр прилетает в мид, фура прилетает в мид, убивают там все, что шевелится, ломают тауэр, и исход будет... минус тавер, и вы еще убили всех вражеских героев. А в итоге они потеряли своих тиммейтов трех, но забрали зато тавер. Зачем? Ну это лучший враг хорошего, хотели там что-то еще забрать, забрали тавер, забрали одного героя, но потеряли троих, еще и один байбек сделал Бейн. В общем, действительно очень неприятно получилось. Главное сейчас опять собраться, напали на иллюзию Бейна, она плотная до ужаса. Боже, они не понимают, что это... она реально такая плотная, что непонятно было. Это, конечно, печально все. Ничего страшного, конечно. Но тем не менее, мидас потихонечку окупаются, кентавр слабее не становится, 2000 сверху, может купить пайп. Правда, пока что нету меки, а мека бы тоже была нужна. Ну, кентавр да, на фоне, конечно, всего этого, он же не особо проседает. Он как стоял, так и стоит. Единственное, наверное, то, что он теряет, это оппоненты становятся сильнее за счет таких. Ну, это такое. Он как-то быстрее набирает. А, вот он что решил купить. Да, ну вот такой артефакт с такими артами, с такими показателями, это, конечно, очень серьезно будет. Блэйдмейл. Сурово. Ну вот, 13 минут. Хреначит он не по-детски.
видит кентавра. Интересно, будет ли его сейвить? Стан успевает. Нет, не успевает заюзать. Блин, какая же там дикая реакция. Два ультимейта просто моментом. С ума сойти. Очень хорошо. И посмотри, 5 из ответных фрагов забирают Liquid, судя по тому, что Овнэйдж. Вот тебе и переворот. Liquid не стали опускать руки. Все равно все выглядит слишком хорошо у Сигмы, но еще пару таких моментов, они действительно могут потерять игру под контролем. Но здесь уже, конечно, начинает вот это вот спидпуш фуры, пыталась Мирана тэпнуться, помочь задефить нижнюю вышку, но ее просто забрали. И тут еще и Дум, у которого нету Дума. Кентавру надо уже все с команды ходить, вот он сейчас Бладмейл это делал. Бэйн зацепил Койкву. Ну, вовремя. А вот это по красоте было. Вот теперь они не стали наоборот, и более того, даже не пожадничали, заюзали ульту кентавра для того, чтобы отступить из ситуации, где действительно могли немного потерпеть. Ну, отступили, забрали килл, стянули всех тиммейтов вниз. Очень хорошо все получилось. Опять же, подымажили еще и вышку, вынудили ее заденайть даже вот так вот. Да, а Фури-то только это и нужно, чтобы вышки вот так вот падали, чтобы он чувствовал себя хорошо. У него будет некрочил, он будет давить товара все дальше и дальше. Кентавр, конечно, неприятно, когда ты такой раскачанный, так вот, вроде ты самый толстый, и еще и денег у тебя больше всего, и играешь на кентавре, и все равно умираешь. Да, его настолько быстро развалили, но он, конечно, не фуловый был по хп, но, блин, это же кентавр, как-то даже непривычно такое видеть. Ну, два ультимейта сандалили еще бы. Ну, сколько еще будет фармить Сокс? Хватит, я думаю, уже. Пора бы начать какие-то командные действия, вместе что-то делать. Но, блин, жаль, конечно, что все-таки у кентавра нет даггера. Нужен даггер. Это действительно герой, которому, как ни крути, такой итем, как даггер, он просто необходим. Вот я даже, ну не то чтобы уверен, думаю, если бы Сокс купил даггер себе все-таки, могло бы много измениться. Мигель, напали на него. Будет ли что-то, какой-то сейв? Нет, ничего нету, Мигель умирает. Некрачи себе сделал Мигель, пока только первые. На базу. Появит Сексу не уйти. Хотя нет, может он успеть. Может успеть, нужно просто делать ТП. И ты посмотри, ай-яй-яй, на базе умер. Просто на базе вон труп. Да, причем это он не порвал кольцо, ничего такого не было. Просто умер от того, что очень много урона нанесли ему. И одновременно стэпэшился. Такое действительно бывает. Печалька для игрока команды Liquid. Но, тем не менее, один в один в итоге поменялись. Тиммейт Орп у Фаты, уже Хекс не за горами. Хорошая сборка. Пак себя чувствует просто замечательно. Ну, как бы если вычеркнуть кентавра, у которого слишком много артов как-то... Тысячный творц. Да, дико, вот этот мидас окупается. Ну, то есть, это хорошо, когда ты действительно ничего не делаешь, фармишь, но при этом ты хотя бы улетаешь вперед. Потому что если бы он еще и держался где-то на фоне остальных, это было бы вообще как-то нелогично. Купил мидас, только делает, что фармит, и еще и не дофармливает. Ну, теперь самое главное сейчас купить себе даггер и уже начинать вырываться. Потому что без даггера это просто кусок мяса. Да, его будут кайтить, весом. Будут убегать туда-сюда, кто-то стан откинет, кто-то замедление, и в итоге добежать ни до кого не получится. А вот этот нежданный врыв с даггера, стан на 3 секунды, 250 дамага плюс 400 его этот дабл эйдж, ну это реально очень крутая штука, надо это использовать, конечно же. Так, ну вот на даггер считает фармил. Да, даже купит, сейчас посмотрим. Не поленился клэпнуть. Ульт от Мираны. На кого будут нападать-то? Здесь Фата сам в инвизе. О, инвидел Койкву! Койква! Лежить. Повесил. А СМ-ка еле живая. Уходит... Нет, не уходит. Там Думбрингер. Ой, какой отличный сейв паса. Ну, пас сам себя посейвил. Ищет. Тут Фату. Дум-то повесили. А Фата... Ну, сейчас он с даггера должен прыгнуть и уйти с телепорта. Или нет? Даже так. Спокойно уползает. Ничего его уже не пугает. Так, ну что, мистер Перис. Не купил он себе, короче, ни
никакого даггера. Походу это будет Тараск, что ли. Тут на самом деле очень все удачно сложилось. Видели ульту Мирана, потому что поставили варды. Забрали Думбрингера, забрали Бестмастера. Никого не потеряли там цель, потому что мека очень она толстая, она себя отхилила. Ну и теперь действительно, если он сейчас купит Тараску, то он может просто бегать и его действительно будет не убить. Потому что у него же еще ретюрн. Замечательный спелл. Тихо, там будет прижигать тоже очень больно. Ох-ох-ох. Да уж, реально странная штука. Живет Синкинг. Не попал по нему арбом. Ой, Койкво подцепили, но убить не получится в соло. Без шансов. Ну, у Койкво много. У него немного армора пока что, но хп-то у него тоже много. 1400 на 1500. Тут кто кого еще. А близость база все-таки напугала кентавра, ну и правильно. 3400. Похоже на Радианс. Ну вот в данной ситуации я бы поспорил с Радианцем. Радианс, покупай изначально Радианс вместо всяких медасов. Просто фарм Радианс. Было бы очень круто. А сейчас... Так. Купил ТП. ТП 3300. Сейчас Радианс уже не будет таким крутым, потому что он будет умирать очень быстро, этот кентавр. Да, если он оставит эти 1500, не купит даггер и не купит Тараску, то любой другой айтем будет смотреться не очень хорошо. Поэтому тут, наверное, все-таки надо Тарасочку брать. Не стал, продал что-то там свой Iron Branch. Продолжает. Могу сказать, что когда против Na'Vi играли, то же самое мы с NS комментировали и негодовали очень много по поводу того, что вообще собирает этот парень, что он вообще думает. Он в итоге купил Радианс, умер в первой же драке за 5 секунд и все, и гг. Если это будет Радианс, это может реально все плачевно. Может, конечно, и пропереть, я ничего не говорю, но если и выиграют с этим Радиансом, то точно не из-за Радианса. Да, это нелогично, это плохо. Любой другой итем, какой-нибудь там на хп, на хоть на армор, хоть на что-нибудь, он смотрелся бы получше. Да хотя армор-то ему не нужен, у него блейдмейл, у него 16 армор. Сакрат все-таки делает Радианс. Что делает Мигель, он вообще не парится абсолютно. Он в одиночку закрытил Рошан, сейчас заберет Аегис. Да, не крачит его, очень сильные. Вот что ни говори, как бы там ни фейлили Сигма, не давали шансов, у них такой большой контроль карты, просто шикарный. И что с этим делать, непонятно. Вот он, Сакрат. Так, понимает кентавр, что там на Т1 тауэр нападение готовится, да, пушит этот. И подошел одного крипа, просто забрал и убегает. Сидит в осаде. Ну и нафига тебе... Ой, какой-то, конечно, кентавр. Ожидал я большего от Сокса, стоящего на фрилайне. Но с другой стороны, конечно, он может себе позволить и Радианс, и Тараску еще позволить себе там хоть три штуки с его-то возможностью фармить. Он течет... Вот это спруты сейчас были. Прямо под летящую стрелу заспрутил своего же тиммейта Мигель. Под думом. Пак под думом в спрутах, в которого летит стрела. Да. Еще и дабл дэмэдж у Мираны. Да, и еще в этих спрутах еще и дум находится. То есть, ну вообще просто казнь 99 уровня в исполнении Мигеля. Очень как-то он агрессивно действует. Ну хотя у него Аегис, но его-то могут и два раза убить. Видит сейчас, видимо, Бестмастера, понимает, что нужно уходить. А, хотя нет, он перехватывает визажа, запирает его. Здесь же Бейн цепляет, сажает птичек совсем не туда. Да, поздно посадил птиц. И в итоге умирает визаж. Более того, подблочивает Дума. Есть ли некрачи? Некрачей нету, спруты. Боже мой, Дум, какая ошибка. Здесь Синтрей миллион просто стоит. Сенкин копает. Ой, как удачно сейвят паса. Мигель, Мека отхиливают Мигеля. У Мигеля Аегис, почему он стал убить? Хотя, с другой стороны, там все равно КМ-очка одна осталась. Решил развернуться. Тычка минус Аегис. Бульба вызывает кабана. Дает там какое-никакое замедление. Ой, ну наконец-таки пришел. Доктор Сокс на барабане. Да, наконец-таки. Соизволил мистер Сокс. Прям еще в драке прилетел Радик. Так, профит летит. Какой же активный профит Мигель запирает. Ну и вот а теперь там маны он... вообще нет. Да. Есть 2 стика, 3 стика. Эти прожал, но вообще пользы никакой. Ему больше некрономиконы. Потом просто надамажили и сожгли. По-моему, эту катку выигрывают без кентавра, или мне кажется. Да, по-моему, вообще ничего. 1-1-1.
Сокса, он всего один килл сделал, один раз умер, и в итоге... Ну, вот эта смерть, наверное, принесла больше пользы команде, чем то, что он всю игру фармил, потому что на него потратили два уха, которые могли потратить на кого-то другого. Под Бладмейлом вбегает очень мощно, отличный стан, койку забирают, идут дальше. Да, тут заскипали CC. Заюзал, и здесь уже надо отступать, иначе потеряют не только Т2, но и Т3. Теперь надо как-то дефицит, Кинга ждут. Все печально для Liquid, это для них может стать последней картой. Что я не говори, несмотря на кучу фейлов различных, Sigma смотрится поувереннее. Как бы Liquid'ам не хватает какой-то академичности. То есть у них есть хороший скилл, да, какие-то моменты они отыгрывают здорово, но вот общего плана на игру очень не хватает. Бульбу поймали, Бульбе очень больно. Бульба минус, ну, что-то прям... Это даже файтом не назвать, как-то, вот, да. Знаешь, вот бывает на начальной стадии, где-то кто-то кого-то ловит, гангает неожиданно, вот такое ощущение, что Liquid'ы не видели того, как Sigma пушат. Как можно было так вот подставиться? Дисциплина, опять же, вот это вот та самая дисциплина, которой не хватает. Liquid как раз-таки наоборот, может быть, вот они как раз-таки являются командой, которая очень даже дисциплинирована. Что же делает Койква? Ну, походу, ребята просто на минус морали. Они вообще забили болт, они в тупую идут драться. Ну, видно, что это не Liquid. Liquid так не играет. Это полнейший бред. Пошел, сдох. Они хотят просто быстрее закончить. Могут, на самом деле, написать ГГ и не париться. Radiant's middle barracks are under attack. Скорее всего, так и сделают. Ну, Sigma, в общем, заслуженно одерживают победу. Уже их ничего практически не отделяет. Там огромное преимущество. Просто шикарные герои, которыми очень просто будет додавить. Бэйн уже покупает дагер. Кентавру можно... Да Кентавру вообще все равно, что покупать. Главное, чтобы не рапиру. Чтобы ее не выронить на фонтане где-нибудь. Ну, Тараску, я думаю, будет. Момент истины. Сокс. Хоть какой-то адекватный айтем, а то сейчас бы купил себе еще один сакрет на Abyssal Blade, то мало ли, может, ему просто нравится покупать сакреты. И вот мы видим различия фурионов как раз-таки. Вот и ГГ последовало. Поздравляют с третьим местом. Sigma, получается, у нас третье место, а Liquid занимает четвертое. Ну, матч получился в целом довольно неплохой. Если бы Sigma в первой карте не фейлились, не торопились, вот той самой дисциплины, им все-таки в первой игре, наверное, немного не хватило. Ну, вот реально 30 секунд там или даже меньше. Такой какой-то. Сделать да, все да, так, да, как да. Нужно. Могли бы закончить даже 3-0. Вот Liquid не могут. Ну, дилей, пинг, это все, конечно, решает, но в целом Sigma смотрелись гораздо сильнее с подготовленными какими-то стратегиями. Хоть и казалось бы, да, вот кто-то скажет, игра за третье место, это же... Ни за первое, ни за второе, но нет, Sigma отнеслись серьезнее, чем Liquid, подготовились, показали очень интересную, красивую доту и добились результата. Invisibility.